Всем привет, ребята! С вами Степастор. В мире сейчас происходят страшные вещи. А я такой моральный ублюдок решил напугать вас сегодня еще больше. Знаете, коронавирус, падение доллара, избрание новой конституции. Это все, конечно, жутко, да. Но знаете, вот это вот все страхи, они такие как бы разумные. То есть, типа, мы понимаем, что вот, да, может быть, будет вот так вот, если будет так вот, вот так вот, вот так вот. Есть другой вид страха. Это, так сказать, животный страх. И сегодня я поделюсь с вами несколькими историями о том, как мне было по-животному страшно. Это страшные истории из моего детства. Скорее всего, вы знаете то, что я живу в Екатеринбурге, но мое детство прошло в другом городе, Североуральске. И дело в том, то, что там я жил в довольно-таки страшном доме. Давайте я попробую вам его описать. Во-первых, когда вы входите в дом, там встречается такой очень-очень узкий угловой подъезд, вот такой вот, то есть вы заходите вот здесь вот, вам нужно пройти вот так вот. По этой пути вам встречается такая большая, страшно деревянная старая дверь, которая заперта, и, собственно, вы проходите дальше. А из-за того, что этот угловой проход был, там для того, чтобы заносить мебель или так далее, нужна была вторая дверь. Я однажды спросил, типа, у родителей, а зачем здесь две двери в нашем доме? Типа, одна с той стороны, а одна вот, в которой мы всегда ходим. Или, не знаю, брат это мой был, кто это. И мне почему-то сказали они тогда не потому, чтобы мебель заносить, не что-то такое. Мне сказали, чтобы гробы выносить. Ну, собственно, хорошее начало жизни в этом доме. Жили мы на втором этаже. Чтобы на него подняться, нужно было пройти по шатающимся каменным старым ступеням, которые скрипели, хотя камни не должны скрипеть. И заходили мы в железную дверь, и открывалась она вот таким вот ключом, как будто бы это был какой-то сраный гараж. Жил я там до 14 лет. И как вы понимаете, это такой период в жизни, когда, ну, как бы подростки, дети, они верят во всякое. Вася, ты хочешь, чтобы у меня был инфаркт? Мне и так тут страшно. Так вот. Когда мы заходим в эту квартиру, можно было увидеть большой длинный коридор, который вел прямо к туалету. Обосраться сразу, да? Классно. Нет, я хочу вас напугать. С одной стороны находился зал, спальня мамы и Сони, а также кухня. Потом были туалеты, и моя комната, она находилась, как вы понимаете, дальше, чем все остальные. То есть, моя семья жила в одном, получается, крыле квартиры, а я в другом. И как вы понимаете, вот этот дом, у него, во-первых, это очень старый дом, ему, наверное, лет 80-60 сейчас. Там постоянно скрипят полы. У меня вообще была, на самом деле, такая дорожка по коридору, по которой я шел, чтобы половицы не скрипели, я родителей не будил, когда я пробирался под елку. Смотрите, какие же у меня подарочки. Еще там была какая-то странная особенность у стен. Они были, знаете, как будто бы сделаны из гипса и деревяшек. И вот как будто бы этот гипс от старости начинал отслаиваться, я не знаю что. И постоянно по стенам можно было слышать такое... Как будто бы, знаете, либо какой-то песочек падает, либо кто-то между стенами ползет. Да. И еще сначала, в первые как бы пару лет, наверное, все было нормально. А потом начался такой очень интересный период. Во-первых, я начал читать всякие разные... То есть, знаете, как бы осмелел уже, начал читать разные книжки про привидений, про нечисть русскую, про домовых в особенности. Вася, ну ты чего пугаешься-то? И чем больше я про них узнавал, тем, естественно, больше мне начинались они мерещиться и слышаться. Мало того, что, ну понятно, как бы это старый дом, можно было слышать разные там... Там всякие стуки, скрипы, шорохи. Особенно, когда ты сраная свинья, и у тебя все постоянно падает. Наверное, началось все с той истории, которую я вам уже когда-то рассказывал, но сейчас быстренько расскажу еще раз. В общем, у меня была сломана нога. Одним утром родители, когда ушли, я сел завтракать на кухне. И в какой-то момент, по какой-то странной причине, за холодильником сработал магнитик из растишки, который очень страшно смеялся, и я обосрался. Как бы я понимал, что это да, это все магнитик, и я типа знал то, что это он, но от этого, знаете, легче не стало. И потом, особенно когда мы не нашли этот магнитик за холодильником, начали происходить другие вещи. Однажды ночью я проснулся из-за того, то, что у меня за мной, вот как сейчас практически, за моей кроватью, проходили трубы вот такие.
Возможно, как бы ночью кто-то на чердаке разговаривал или что-то еще. Но я проснулся от того, что трубы за моей кроватью начали разговаривать. Я вскочил, включил свет, а понимаете, у меня, блядь, была комната длинная, пипец. Это еще добежать надо до выключателя. Прикиньте, как бы ребенку бежать до выключателя через всю комнату в темноте, ну нормально, да, когда трубы разговаривают ночью глубоко. Потом ко мне пришла мама, там успокоила, уложила спать снова. И я вроде успокоился. И после этого эти трубы больше никогда не говорили, я не знаю почему. Может быть, поэтому у меня были такие низкие социальные навыки. И как бы, знаете, было бы хорошо, если бы на этом все закончилось. Но, знаете, бывают такие вот случаи, когда в доме что-то пропадает, ты ничего не можешь найти долго очень, и потом как бы вдруг находишь. В таких ситуациях моя мама и бабушка говорили, что нужно сказать «домовой-домовой, поиграй, отдай» и завязать на стульчик платочек. Некоторые раз это, конечно, срабатывало, но пару раз некоторые вещи пропадали чуть более странно, чем обычно. Во-первых, однажды совсем давно у моей сестры была такая цепочка красивая, и мы не могли ее найти. И мои родители подумали, что это я куда-то спрятал, потому что у меня были тогда не очень отношения с сестрой. Ну, типа, такие штуки бывают, окей, да? И мы не могли ее найти, ну, реально очень-очень долгое время. Потом она нашлась почему-то в книжке со сказкой про домового. Я вот только сейчас это понимаю. После была другая история. У меня тогда был телефон. И, понимаете, я просто, типа, он лежал у меня на кровати. Я ушел в соседнюю комнату что-то делать, вернулся, и его нет. Я такой, типа, окей, опять я не знаю, где. Я каждый день буквально реально я хожу и ищу, куда я, блин, что положил, особенно телефон. Сначала как бы мы ничему не удивлялись, просто искали, искали, мы пытались его найти. Мы обыскали всю мою комнату, под кроватью, выдвигали ящики, поднимали матрас, ничего не могли найти. После этого я, уже как человек, изучающий физику, я узнал то, что если включить колонку и поднести к ней мобильный телефон, когда он будет звонить, она издает такие вот, знаете, звуки такие, типа, в общем, глюки. У меня была колонка, и мы решили с мамой словить, куда же идет мобильный сигнал от моего телефона, если он все-таки находится дома. У меня была маленькая колонка, и на ней была загружена всего лишь одна песня, какая-то такая мистическая, типа, волшебная музыка из Шарарама. Она была немного жутковатой, но, в смысле, она была очень таинственной. И вот представьте себе такую картину. Моя мама, значит, набирает на телефоне, ну, меня. Я хожу с колонкой вот так вот по всему дому, как бы, так сказать, прощупываю поверхности, как бы пытаюсь поймать электромагнитные волны, которые исходят из телефона. Очень страшная физика, да, понимаю. Извините, испугал. Это происходит очень долго, эта мелодия становится уже просто очень странной. Понимаете, мы ничего не находим. Странно, крипово, даже как... не знаю, что-то из экстрасенсов, которые моя мама тогда любила смотреть. Я, ну, мне, типа, не очень разрешали, потому что знали то, что я потом буду обсираться из-за этого. Я все равно смотрел. И, в общем-то, как бы эти поиски не увенчались никаким успехом. Где-то, по-моему, когда мы третий раз уже обходили всю мою комнату по кругу, мы снова поднимаем матрас, а он там лежит. Вы знаете, чуть ли как бы не на простынке, белом на блюдечке. Он лежал на очень видном месте. И мы с мамой смотрели там минимум 3 раза. И нашли его только на 4-й. Что у меня мурашки пошли. Я не понимаю, и я не могу найти этому никакого практического объяснения. Причем учитывая то, что мы проверяли все простыни и вообще все. Была еще одна маленькая-маленькая ситуация, хотя недостаточно маленькая, чтобы ее так называть. У Сони, когда она была маленькая, была такая, знаете, летающая кукла, которую там подносишь руку, она взлетает. Она, наверное, по размеру была где-то вот такой вот как-то. И в один из дней она просто, типа, просто пропала. Тогда ко мне домой иногда заходили мои друзья, Савелий и Тася. И я точно знал то, что они не могли ее сфоровать, потому что, как минимум, вот такую куклу унести как-то вот под собой, вот так вот, но это не совсем реально. И поэтому мы были уверены, то, что она никуда не делась из дома. Однако, даже когда мы переезжали и разбирали все вещи, эта кукла так и не нашлась. Такие вот таинственные ситуации происходили в нашем доме, возможно, из-за нашего домового. Но все эти страшные вещи прекратились, когда в доме нашем появился Вася. И тогда мы смогли просто спихивать все страшные ситуации на его шопу. Прямо как в начале видео. Сейчас мы вернемся чуть раньше к моему рассказу. В нашем доме, как и во многих старосоветских домах, был подвал. Когда ты заходишь в подвал, тебе нужно взять этот тяжелый замок, поставить и включить свет. Туда идет внутрь подвала глубокая лестница, по которой нужно долго-долго спускаться. Внизу горит свет. Там есть, знаете, как бы такие
4 прохода, в 3 из них горит свет, а в одном из них темнота. Так вот, угадайте, где комната в подвале была, в каком из этих отделений? Конечно, в том, в котором не было никакого света. Странно, да? Ой, я вспоминаю, мне прям очень страшно становится. А, зачем мне вообще в подвал так было ходить? У меня там стоял велосипед, потому что дома его хранить было негде, а в подвале ему было, ну, типа, достаточно места. И чтобы забрать велосипед, я, получается, спускался в эту темную комнату, и в этой темной комнате мне нужно было стоять с фонариком и открывать одной рукой, получается, замок, тоже не очень удобно открывающийся, и включать свет там. То есть ты стоишь в этом темном страшном подвале, спиной ко всему темному коридору, за которым раздаются всякие подвальные звуки. А еще страшнее было то, что чтобы выключатель найти, по нему нужно было ударить какой-то, блин, палкой, потому что я до нее не доставал. То есть у нас стояла палка, которую я должен был ударить по выключателю, чтобы свет включился. И, соответственно, из-за того, что я включал ее не руками, свет иногда не включался должным образом. То есть выключатель был как-то вот так вот. И то есть иногда он так хоп и выключался. То есть ты испуганный, значит, стоишь в этом подвале, где слышны страшные звуки, стоишь, у тебя руки заняты велосипедом, ты стоишь в темной комнате, и у тебя выключается свет, и ты не видишь вообще ничего. И это было очень страшно. Еще страшнее, правда, на самом деле, было тащить велосипед от той темной комнаты, потому что, получается, нужно закрыть дверь, потом тебе нужно взять велосипед и проехать через весь этот темный коридор, когда ты думаешь, что сзади тебя бегут монстры, особенно всякие вот эти вот звуки, и поднять его по вот практически вертикальной, блин, лестнице, это ведь еще тяжело. И пару раз мне было страшно настолько, то что я слышал какой-то звук и просто бросал велосипед, и он падал по лестнице вниз. И мне было крайне стрёмно за ним возвращаться и ставить его обратно. Конечно, в старых страшных домах очень страшно жить и все такое, но порой куда страшнее бывает ходить и гулять с этим велосипедом. Потому что однажды, когда я был на прогулке, ездил на велосипеде, я проезжал через такой вот мост, по-моему, он называется в Североуральске мост влюбленных. И там, знаете, вот стоит, получается, этот длинный мост и дом культуры, старый какой-то, уже тоже весь ветхий, там вообще все старое, прикиньте, там ничего нового не строят, хотя нет. Стоит почему-то вдруг гараж. Просто с ничего. И, в общем, один раз я ехал с велосипедом, и вот почему-то мне приспичило остановиться именно у этого гаража. Ставлю на подножку велосипед. И тут я понимаю то, что дверь этого гаража, она немного приоткрыта. Я, значит, ну, знаете, так, типа, решил половиной глаза заглянуть. В этот момент дверь открывается, и там сидит мужик с пистолетом. Я еще никогда так быстро в жизни не садился на велосипед и не укатывал, блин, нахрен. Была еще одна ситуация, не могу назвать ее прямо жуткой и страшной, но она была достаточно такой таинственной, я бы сказал. Один раз я, Савелий и еще несколько друзей со двора, у нас была достаточно такая тусовка прямо дворовая, и мы решили пойти, внимание, на заброшенный завод. Заброшек там. Прошлись по первому этажу, очень страшно, очень пугательно, как бы все, ну, дети, подростки же любят пугаться. Я как бы не сильно любил, но как бы обсирался я это только с такой периодичностью, как бы. На первом этаже нам надоело, мы пошли на второй этаж. Там, чтобы взобраться на второй этаж, не было какой-то нормальной лестницы. Там стояла, знаете, такая лестница из перекладин вот таких вот. И она не была как-то привинчена, прикручена, она просто как бы двигалась туда-сюда. Мы залезли, значит, на этот второй этаж. Обошли там вот это все место. И тут мы слышим какие-то голоса. Что такое? Вот не такие, вот эти голоса тоже. Значит, слышим, мужики какие-то идут. Видимо, они услышали или, я не знаю как, ну, узнали, что мы, видимо, там. И решили туда зайти. Там была такая большая комната разрушенная. И посередине нее стояла такая небольшой отрывок стены. Я решил, значит, взглянуть, где эти мужики ходят. Обошел вот это вот все место, когда я обошел, я слышу то, что они нашли ребят с той стороны. Я услышал, как они, типа, отчитывают ребят, типа, то, что «Чё вы здесь делаете?» Типа «Уходите!» И почему-то сами они там остались. И, значит, мы возвращаемся вот в то место, от где мы поднимались на лестнице, а этой лестницы как бы нет. Очень странно то, что, получается, эти мужчины забрались по этой лестнице, но не могли же они ее забрать с собой или куда-то выкинуть, куда мы не видели. И эта лестница просто пропала. А мужчины где-то были сзади нас. Нам не осталось ничего, как прыгать со второго этажа на первый. А там, как бы, знаете, это не вам не 2,5 метра, как бы, между этажами. Это завод там, то есть 3-4 метра где-то, в общем, так. А те мужчины, они там остались. В общем, тоже так, достаточно загадочно, как бы, да. В общем-то, этим видео я не хотел как-то вас сильно напугать.
Просто хотел рассказать такие интересные факты из жизни. Не знаю, могу ли я говорить о таких вещах, но, наверное, показать то, что иногда в нашей жизни происходят страшные ситуации, которые мы не всегда можем объяснить и не всегда можем с ними справиться. Но если подождать, если верить, быть всем... Господи, у меня свет выключился, обосраться. В общем, если продолжать верить, оставаться на позитиве, любить друг друга, то сквозь все это мы можем пройти с вами вместе. Через дружбу, любовь, и, не знаю, надежду. Но на этом мое такое страшное видео заканчивается. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Если вдруг в вашей жизни была какая-то такая страшная история, напишите мне о ней в комментариях, либо в личные сообщения ВКонтакте, если она вдруг какая-то личная или что-то такое. Мне будет очень интересно послушать. Ну а всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.